Добрый вечер, в эфире «Наше время», и сегодня у нас в гостях Наталья Гордеева, президент региональной ассоциации туризма. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Этот год выдался сложным для представителей туристического бизнеса в Горном Алтае. Это связано с тем, что волна паводка повлекла за собой отток туристов из Горного Алтая. Вот расскажите, как ситуация обстоит сейчас в самый разгар туристического сезона? На самом деле паводок очень сильно повлиял на турпоток в Алтайский край, в Республику Алтай. Пока говорить, конечно, о восстановлении количества туристов не приходится. Однако, слава богу, в июле погода была благосклонна к нам, и, в принципе, загрузка туркомплексов приближалась, в принципе, с прошлогодних 100%. Но, как говорится, цыплят по осени считают, поэтому будем смотреть уже осенью все-таки, каков состав туристов и количество туристов, и итоги сезона. В краевых СМИ было очень много информации о том, что многим туристическим базам был нанесен именно репутационный ущерб, о том, что смыло буквально все мосты, нет коммуникаций, что очень тяжелая обстановка. Это повлекло большой отток туристов. Действительно ли это так? Вот, это действительно так, причем отток туристов, и люди не ехали в Алтай именно потому, что во многих средствах массовой информации, как краевых, так и средствах информации других регионов, проходила зачастую недостоверная информация. Действительно, конец мая, начало июня, когда пришла максимальная вода, действительно была очень сложная ситуация. Однако власти сделали все возможное, да, пожалуй, невозможное, для того, чтобы как можно быстрее восстановить инфраструктуру. В частности, к праздникам, пришедшим на середину июня, 12 июня, фактически дорожное покрытие было полностью восстановлено. Да, конечно, есть часть, ну, очень небольшая часть турбаз, которая, в принципе, в это лето уже не сможет восстановиться и принимать туристов. Но это действительно очень небольшая часть. Основная масса же все-таки была готова к приему туристов уже к середине июня. И люди, которые ехали на эти праздники, на эти выходные, они в этом убедились. Для того, чтобы немножко нивелировать негативный вот этот эффект, который был изначально направлен на, ну, скажем так, представление отдыха в Алтайском крае, были вместе с администрацией края были организованы несколько пресс-туров для того, чтобы представители журналистики могли, ну, своими глазами посмотреть, оценить, воспользоваться услугами и посмотреть, оценить инфраструктуру и восстановленность инфраструктуры. После этого, конечно, вот этот истерический момент, он несколько стих. Однако до сих пор, если посмотреть средства массовой информации и интернет, особенно в европейской части России, ну, мы до сих пор плаваем, по их мнению. Вы рассказали о том, что сделала администрация края для того, чтобы стабилизировать ситуацию. А что, каким образом помогла Республика Алтай? Помогала ли она? И что сделали сами владельцы туристического бизнеса для того, чтобы привлечь туристов? Может быть, какие-то у них новые услуги, скидки, пришлось им делать акции какие-то? Во-первых, хотелось бы отметить, что цены остались, в принципе, на уровне прошлого года, несмотря на то, что инфляция, процент инфляции все-таки, ну, ощутим. Это во-первых. Во-вторых, ряд туркомплексов делает определенные, ну, предоставляет определенные бонусы для своих туристов. То есть при бронировании двух ночей, там, третью ночь предоставляют бесплатно. Или при бронировании без питания предлагают бесплатные завтраки. Или, допустим, добавляют обеды при бронировании завтраков. То есть стараются в какой-то мере привлекать дополнительно туристов. Многие туристы, которые приезжали к нам на выходные, убеждались в том, что действительно здесь все хорошо, все нормально, передают эту информацию своим друзьям, приятелям. И вот этот эффект начинает потихоньку срабатывать. В июне загрузка была, в принципе, неплохая. Но сарафанное радио, оно движется постепенно. И вот так сначала охватит наш регион, затем на Россию пойдет. Действительно, снизился ли поток туристов из других стран? Ведь у нас Горный Алтай только начал набирать обороты, какие-то программы по привлечению такого дикого отдыха в отдаленные районы. Или это никак не повлияло? Конечно, в глазах иностранцев Россия в настоящее время представляется, с одной стороны, представляет колоссальный интерес, с другой стороны, ну, информационная война и нестабильная политическая обстановка, не связанная, конечно, с туризмом, она имеет место быть и накладывает свой отпечаток.
У нас очень тесные связи с Германией, то есть очень много переселенцев, ранних переселенцев, поздних переселенцев, которые сюда приезжают в гости и, естественно, едут со своими родственниками отдыхать. Этот момент, именно этот поток, он фактически не изменился, он как был, так и есть. Конечно, часть именно туристов, которые приезжают, допустим, из Франции, из той же Германии, именно туристы, сейчас опасаются ехать. Да, можно говорить о том, что есть определенный спад. Но, как я еще раз говорила, что цыплят по осени считают. То есть в конце года уже будем подводить итоги и смотреть. Возможно, сейчас все-таки июнь-июль чуть-чуть выправят ситуацию. Вернее, июль-август. Есть ли праздники или фестивали, которые проводятся на территории Горного Алтая для того, чтобы массово объединять людей и привлекать туда? Событийный туризм – это один из брендов вот текущего времени, и, конечно же, Алтайский край старается идти в ногу, ну, с модой в какой-то мере. И события и событийный туризм сейчас развиваются достаточно интенсивно. Начиная с зимы, это и Масленица, это и открытие туристического сезона огромным праздником цветения Моральника, и вот последний день Ивана Купалы, празднование Дня России, сейчас будет Медовый Спас. Гастрономический туризм развивается очень интенсивно, поэтому я думаю, что туристам как нашего региона, так и из других регионов будет интересно у нас. Расскажите поподробнее про гастрономический туризм. Гастрономический туризм в Алтайском крае, как в Горном Алтае, он, в принципе, имел место быть всегда. Однако такое внимание, как в настоящее время, ему стало уделяться буквально вот последние несколько лет. Действительно, Алтай славится чем? Экологически чистой продукцией. И это один из притягательных моментов, которые нужно развивать, на которые нужно обращать внимание. Мед. Алтайский мед известен далеко за его пределами, точно так же, как и сыр. Через некоторое время будет фактически сырная деревня и праздник, и соответствующий праздник. Очень многие гости едут на Каргужинский маслосырзавод, там действительно сделана очень неплохая экспозиция. Можно своими глазами посмотреть сыр разной степени созревания. Это действительно интересно как детям, так и взрослым. Село Сростки, наверное, тоже об этом никому не нужно рассказывать. Кто был, тот знает. Мало кто не останавливается в Сростках для того, чтобы не купить там медовуху или мед, соты и, соответственно, молодую картошечку с солеными огурчиками. Так что гастрономический туризм у нас начинает приобретать все больше и больше популярности. Неужели из других регионов едут, чтобы отведать огурчиков и картошечки, экологически чистые? Почему нет? Если совместить приятное с полезным, отдых и еще есть экологически чистые продукты. Почему нет? Наталья, расскажите, пожалуйста, о развитии детского туризма не только в Горном Алтае, но и в Белокурихе, и вообще на территории Алтайского края. Детскому туризму в последнее время уделяется достаточно много внимания как на федеральном, так и на региональном уровне. Значит, принято и развивается, и внедряется программа развития детского туризма, в рамках которой дети при обучении в рамках краеведения будут иметь возможность совершать экскурсии одна-двухдневные по Алтайскому краю. Кроме того, сейчас решается вопрос о детском студенческом обмене с соседними регионами. То есть воспитание, опять же, с одной стороны, воспитание патриотизма, с другой стороны, узнавание малой родины и вообще, в принципе, своей страны. Может быть, вы поделитесь чем-то, чем можно порадовать туристов, обнадежить какие-то крупные интересные проекты? Очень интересный проект будет реализован буквально в этом году. Он будет проводиться, скорее всего, в Бийске. Соревнования по спортивному пельменингу. Пельменингу? Пельменингу. Данный праздник, ну это действительно праздник, фактически будет проводиться впервые. И разработка и концепция этого праздника выиграла в краевом конкурсе, и не буду раскрывать все секреты, я думаю, что там будут еще дополнительно какие-нибудь фишки такие для привлечения туристов, но будет очень интересно. Спасибо вам большое, Наталья. Напомним, что сегодня в гостях у нас была Наталья Гордеева, президент региональной ассоциации туризма. Наше время истекло. До завтра.